Всем привет, друзья! Вы смотрите канал «Небо не предел». Меня зовут Артём, и в этом видеоролике по многочисленным вашим же просьбам я хочу показать свои последние работы. Ну, в некотором роде могу даже ими похвастаться, потому что лично для меня это, конечно, огромный прогресс относительно тех фотографий, которые я делал раньше. Вы сами знаете, что совсем недавно я собрал, наконец-то, свой первый уже более-менее серьезный астросетап. Я этим, безусловно, очень доволен, и в группе ВКонтакте я постепенно начинаю выкладывать фотографии тех объектов, которые я снимаю, то есть Луны, Юпитера. Также вот совсем немножко поснимал там звездные скопления, но это таких задач я пока перед собой не ставлю. Ну и, собственно говоря, в этом видеоролике я как бы уйду сейчас за кадр этого видео, буду вам показывать исходные материалы, которые я записывал вот по Луне, по Юпитеру, то есть вы увидите, скажем так, изображение, как выглядит Луна там в телескоп, или, например, как выглядит Юпитер в телескоп, то есть вы вот увидите такие видеоролики, это исходные, полностью необработанные видеоролики, а после того, как вы увидите эти ролики, вы увидите, что из них можно сделать при обработке. Ну и параллельно с этим, я буду находиться за кадром, я еще раз расскажу вообще, в чем заключается процесс, скажем так, съемки, именно вот лунопланетной. Не будем совершенно вдаваться ни в какие подробности, просто чтобы вам не так скучно было смотреть такие вот исходники, да, просто вам еще раз напомню вообще, как это происходит, ну, может быть, кто-то для себя узнает что-то новенькое. Собственно, ну, давайте приступать. Первый этап – это этап термостабилизации. В группе ВКонтакте и личными сообщениями очень часто можно увидеть вот такой вот текст или вопросы. «Привет, я купил себе телескоп, вчера вынес его на улицу, стал смотреть, а там все мутное-мутное. Подскажи, в чем проблема? Может быть, у меня плохие окуляры, или, может быть, мне какой-то продали бракованный телескоп, или так должно быть, и, в общем, эта астрономия полная фигня, никому не нужная». На что первым вопросом, который я всегда задаю, вот после такого вопроса мне, я всегда спрашиваю: «Скажи, а сколько твой телескоп находился на улице до того, как ты начал наблюдать?» Ну и, естественно, после этого человек начинает как-то задумываться и задавать такие, скажем, уточняющие вопросы мне, что-то вроде: «А что это имеет значение? А что, может быть, нужно было подождать?» То есть, как бы, типа, «А что такого? А почему ты спрашиваешь?» Ну, то есть, как бы человек начинает уже подозревать, что что-то тут не так. Так вот, термостабилизация – это один из важнейших процессов. И, в принципе, без термостабилизации, без вот этого самого первого банального этапа у вас никакого резкого снимка, ну, просто не получится. Почему? Потому что если у вас теплая, не остывшая труба, то, разумеется, если температура окружающей среды намного ниже, чем температура самой трубы, температура главных оптических элементов, то, конечно же, они будут постоянно остывать, вокруг них будут образовываться теплые потоки воздуха, этот воздух будет постоянно перемешиваться с холодным воздухом окружающей среды, и вот будет вот это вот постоянное какое-то месиво воздуха, которое будет очень сильно замыливать картинку. В общем, ладно, после того, как телескоп термостабилизируется, в моем астросетапе, в моем телескопе, на это приблизительно уходит 1,5 часа. Вторым этапом после термостабилизации является этап проверки юстировки и, если нужно, собственно, проведения юстировки. Тут не будем много дискутировать, как бы устраивать дебаты, потому что многие говорят, что юстировку нужно проводить каждый раз. Также многие говорят, что не нужно проводить каждый раз. Лично я склоняюсь к тому, что проверять юстировку, в принципе, можно было бы и каждый раз. Собственно, чем я сейчас и занимаюсь. То есть, после того, как телескоп ваш термостабилизировался, наводимся на какую-нибудь яркую звезду и по ней проверяем юстировку. Если, соответственно, юстировка сбита, мы ее проводим. Благо, на, опять же таки, моем телескопе, системе Шмидта-Кассегрена, юстировка проводится буквально за 5 минут. Если процесс съемки занимает, например, несколько часов, то, ну, сами понимаете, неужели, если вы собираетесь снимать несколько часов, неужели так сложно потратить 5 минут, ну, там, пусть 10-15 минут времени на то, чтобы проверить и произвести юстировку телескопа? В противном случае, если юстировка вашего телескопа будет сбита, то все последующие часы, что вы будете снимать, весь этот материал, он просто уйдет в корзину, и, как говорится, вы сами себе будете злобным буратиной. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Итак, после того, как телескоп термостабилизирован, вы проверили юстировку, юстировка, допустим, в порядке, если нет, то произвели юстировку, дальше начинается, собственно, процесс съемки.
Процесс лунно-планетной съемки, он в целом, ну, в целом одинаковый, что по Луне, что по планетам. Нашей задачей является записать видеоролик. Видеоролик и собрать, получается, как можно больше кадров. Не будем сейчас вдаваться в подробности, там, какой длины должны быть эти ролики, там, какое разрешение, какими параметрами, там, а сколько выдержку ставить, а сколько там FPS должно быть. То есть, ну, это все как бы немножко отдельная тема для разговора. Просто основная идея в том, чтобы записать видеоролик. Видеоролик по Луне, видеоролик там по Сатурну, по Юпитеру, в общем, неважно. Это должен получиться видеоролик. Зачем нужен видеоролик? Потому что видеоролик — это, по сути, большое количество отдельных кадров. После того, как процесс записи вот такого видеоролика произведен, в принципе, дальше начинается уже обработка данного видеоролика. Основные этапы при обработке следующие. Первое — это все кадры, которые у нас есть, нужно каким-то образом отсортировать по качеству. То есть, разумеется, что в процессе съемки, например, представьте, вы записывали видеоролик Луны, вот таких вот, как, вот, собственно, как вы наблюдаете сейчас на экране, да, вот вы записывали видеоролик Луны на протяжении, например, 10 минут. И разумеется, что на протяжении этих 10 минут в атмосфере происходили различные процессы. Там где-то ветер подул, где-то там, там птица пролетела, где-то там самолет пролетел, какое-то мелкое облачко прошло. Например, вы там дунули в сторону вашего телескопа и там что-то там чуть-чуть запотело там на мгновение, да? Или, например, вы чуть дернули ваш телескоп и там что-то зашаталось. То есть кадры, которые, вот если рассмотреть все кадры на протяжении, например, 10 минут, они будут все разные. То есть будут какие-то кадры более резкие, какие-то будут мутные, какие-то могут быть вообще абсолютная муть там, что вообще ничего не различимо. Какие-то могут быть супер резкие, то есть вот так вот совпало, что в какой-то момент времени вот идеально и атмосфера успокоилась, и вы там не дышали, и не дергались, и вот в общем вот все так сложилось, что вот были получены вот супер-супер резкие кадры. И соответственно вот наша задача при обработке, когда вот мы записали вот такой видеоролик, в нем, например, мы собрали там 10 тысяч кадров, например, вот наша задача как раз отсеять вот этот вот весь мусор, вот эти вот все мутные кадры, а оставить только, например, 1000 самых-самых резких кадров. Вот эти вот, успеть словить те самые моменты, когда атмосфера, вот все, сочетание всех вот факторов, которые влияли на эти снимки, на, ну, на запись ролика, вот так вот сложились, что вот отобрать вот этих вот 1000 самых резких кадров. После того, как эти кадры были отобраны, наша задача их все сложить. Берутся все фотографии, вот эти вот 1000, они выравниваются друг относительно друга по, собственно, тому, что на них изображено, то есть если это планета, то по планете, если это Луна, то там по каким-то кратерам, и затем складываются. Складываются, опять же таки, в прямом смысле слова. То есть, ну, самый банальный процесс сложения — это сложение среднеарифметическое. То есть, вот берется один пиксель, это значение этого пикселя складывается со значением этого же самого пикселя на всех-всех-всех фотографиях и делится, собственно, на количество фотографий. Таким образом, после сложения всех вот этих вот кадров, всех вот этой тысячи, например, кадров, мы получим один снимок, и этот снимок будет обладать, вот, скажем так, некоторыми свойствами. Первое свойство — это то, что этот снимок будет менее шумный. То есть камера, она, любая камера, она шумит. То есть на фотографиях можно замечать какие-то вкрапления там вот этих вот красных таких пикселей. Ну, короче говоря, шум по-простому. Так вот, разумеется, что этот шум, он имеет случайный характер. То есть в одном случае вот этот вот шум проявился больше в одном, там, в одном пикселе, в другом меньше. На следующем кадре наоборот. И таким образом получается, что на всех кадрах этот шум, он был равномерный, но он был случайный. То есть один раз он был в одном месте, другой раз в другом месте, третий раз в третьем и так далее. Поэтому, разумеется, что если сложить вот эти вот 1000 кадров, то изображение, ну то есть самый главный объект, например, Луна или та же планета, они всегда находились в одном и том же месте, а шум носит случайный характер. И за счет вот такого процесса усреднения мы получим после сложения снимок, который имеет меньше всего шума. Также на итоговом снимке не только будет убран шум, также будет исправлена некоторая
некоторые геометрические искажения, потому что на отдельных кадрах можно, опять же таки, замечать, вот на тех видео, которые вы смотрите, можно замечать, что Луна, вот, например, возьмем какой-нибудь кратер, он, например, может быть на одном снимке более такой вытянутый, потом он более сплюснутый, потом опять вытянутый, то есть вот он, вот какой-нибудь кратер, его все время вот так вот колбасит, он все время то более плоский, то вытянутый, то круглый, то овальный. После процесса вот такого сложения этот кратер приобретает более-менее адекватную форму. То есть, ну, более-менее ту форму, которую он имеет в реальности. Следующий этап обработки – это, как правило, либо так называемые вейвлеты или деконволюция. Ну, а после того, как мы уже более-менее достали вот эту вот всю полезную информацию, которая есть в этих снимках, дальше, как бы, уже, в принципе, обработка идет просто в фотошопе. То есть, там уже, как говорится, кто во что гораст. Кто-то добавляет больше контраста, кто-то вытягивает цвета, кто-то там делает какой нужно кроп, например, как-то там крутит, вертит эту фотографию. Можно избавиться от эффекта двоения, например, который очень часто возникает при фотографировании Луны. Но в фотошопе это уже такой окончательный этап обработки, который, как правило, уже такой более... Ну, более такой художественный, там, добавить цветов, немножко там повернуть Луну, например. Ну, в общем, что-то уже такое сделать более художественное. Как бы на словах процесс съемки достаточно простой. Первое, даем телескопу остыть. Второе, проверяем юстировку. Третье, записываем видеоролик. Четвертое, этот видеоролик обрабатываем, получаем, собственно, из него выбираем там самые-самые резкие кадры. Ну, например, из 10 тысяч выбираем 1000 самых резких кадров. Эти 1000 кадров мы просто складываем, получаем один кадр. На этот ролик мы накладываем вейвлеты или же деконволюцию, или же и то, и другое. Можно экспериментировать, можно несколько раз, например, применять деконволюцию, или несколько раз вейвлеты, или там и вейвлеты, и деконволюцию. Это как бы уже, это просто нужно пробовать. Какого-то конкретного алгоритма в этом нету. Вот, после того, как уже применили вейвлет и деконволюцию, все, мы дальше переходим в Photoshop, и в фотошопе производится уже какая-то окончательная доводка там цвета, в общем, просто художественная доводка. Что ж, на этом видео подошло к концу. Надеюсь, что это видео вам было интересно, надеюсь, что оно было вам полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, тогда, конечно же, обязательно задавайте их в комментариях. Если видео понравилось, тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите в комментариях, понравился ли вам вообще вот такой вот формат видео, хотите ли увидеть такие видео в будущем. Пишите также в комментариях, как вам вообще результаты съемки, которых я вот, ну, пока что смог добиться. Собственно, мне будет очень интересно об этом почитать. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, наблюдайте за звездами и, главное, помните, небо не предел. Всем пока!